В областном центре вручили награды победителям конкурса творческих открытий и инициатив «Мы белгородцы, думай, решай, действуй». В 2006 году конкурс возник по инициативе правительства области и технологического университета. С тех пор в нем есть ежегодная традиционная номинация – «Наследие Владимира Григорьевича Шухова». Еще две – «Промышленная экология» и «Молодежный взгляд на развитие региона», куда стекаются самые неожиданные и смелые проекты и предложения. Нововведение нынешнего года – разбивка на две возрастные категории – до 14 и до 18 лет. За победу боролись более 2500 школьников региона и Республики Крым. По итогам всех испытаний лучшими стали 16 учащихся. Им вручили дипломы Департамента образования региона и ценные призы. А победители-старшеклассники получили сертификаты на льготное поступление в БГТУ имени Шухова. Те работы, которые сегодня показывают смесь общего и дополнительного образования, в которых вы развиваете интереснейшие направления, технические направления, социальные направления, они не останутся просто работами, а они станут частью жизни нашей, обыденной, повседневной. Все ваши интересные разработки, они будут воплощены в реальность.